И пирамиды. Большой массив, как я говорил, Чегет. С тремя вершинами. Чегет, Малый Дрозинорог, назвал Чегет Карабаш. Теперь левее пирамидальный Макратау 4250. Слева Дангузарун 4450. Между ними ледник Семерка выглядывает. Потом левее два черных пирамидальных, Большой и Малый Кагутай. Потом левее вдали Ушба. Ближе к нам, ближе и левее от Ушбы, левее, это такой куполообразный немножко, это Чатынтау 4400. Потом еще сильно левее, помните, пикообразный, как игольчатый, пик Кавказ, который переходит в Джиду куполообразный, 4250. Это вот как, смотрите, левая ЛЭП, и прям четко на линии ЛЭП. Вот, вверх, смотрите, куполообразный. Потом еще левее куполообразный Улу-Хара 4300. О, рядом с ней Джартуган, Башкара 4000. И вот если левее еще смотреть, вот такая трапеция длинная, видите? И вот справа от нее вдалеке пирамид. Это Фихтау. 5200 с чем-то, где-то по-разному пишут, 5207, 204 метра, 209, ну, тем не менее, 5200, это Абезингинская стена. Вот, ну, остальные горы там, ну... Кафе «Панорама». Вот у тебя была, да? Да. Все, готов. Вот это тусня. Сейчас 3847 высота.